Итак, добро пожаловать в игровую комнату и на улице Атланты, или просто на улице улицы. Продолжаем мы гонять по улицам и пытаться нагнать, черт побери, Доминика Торетто с его скоростной братвой задней передачей. Так, я вроде раскачал машину настолько, насколько только это возможно. И больше пока что раскачать нельзя, да. Ну, отлично, нас ждет тогда турнир. Кубок центра. Центра города, хрен его знает. Тебе противостоят трое серьезных соперников. Выиграй заезд и усовершенствуй свою машинку. Ага. Сейчас я ее усовершенствую. Окей. Просто отвратительная трасса для меня, походу, супер отвратительная. Как же я все криво сделал на первом заезде. Самое главное, старался, но встречные автомобили делали все, что только могли, чтобы меня остановить. Ах, не же эти ж гниды тоже сокращенным путем пользуются. Так, доставщик ты хренов. И сейчас какой-то не автомобиль там спереди будет, однозначно. Пока что нет. Пшел вон отсюда, доставщик ты хренов. Так, нормально вошел в поворот. Так, тут пока что чисто. Давай, давай, давай. Как же я хреново тут зашел в поворот. И что времени, блин, потратил. Нормально. Нормально. Почти нормально. Так, давай, давай, детка. Я же не зря тебе где-то... Пришлось очень сильно тормозить, чтобы не вмазаться в этого таксиста. Так. Доставщики хреновые, не мешайте мне. Блин, они там прям в задницу мне дышат. Да что у вас? Как же я криво отсюда. Давай, давай, давай. Давай, давай, детка моя. Разрабы, блин. А, давай, давай, контроль. А, хер тебе контроль. Блин. Супер, мать вашу. Просто отвратительно. Я пожалуюсь. А, еще не конец, это последний круг. Блин, я уж думал конец. Еще шанс есть. Я не так сильно отстал. Давай, гнида в Форде, ну убери свой сорокатан отсюда. Я еще успею.
О, сука, давай, давай, давай. Да, блин. Хорош, хорош. Давай, 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 давай. Черт, парень на Форде прям влетел в поворот адски. Гнида. Убери свой сракотан с моего пути. Я буду победителем, не ты. Давай, давай, давай. Хорош. Я уж думал, просрал. Какой драйв. Просто пипец, ребята. Это тупо первый заезд. Охренеть можно. Просто, мать вашу, охренеть. Чувак на Форде, блин, розовом. Или это баба вообще? Просто Терри, блин. Терри Пратчетт. Ах, вы ж сука. Супер. Ну, можно сказать, отлично в поворот вписался. Дороги, мрази. А, блин, ты ж тварь. Ах, ты ж гнида. Пшел вон отсюда. Никаких тормозов, только газ. Газуем. Опять не в тот поворот вошел. Давай. Да ну, я так и думал. Надо было зашифтить. Ручник до конца выжить. Что, я на встречку выехал. Так, и какие шансы это опять догнать? Нормально там стол в дерево вмазался, чувак. Воу-воу-воу-воу-воу. Нормально, нормально. Так, с дороги. Ай, блин. Не все так просто, ты розовый ублюдок. Или все так просто? Блин, на него засмотрелся. Что в вас? Какой попандос. 4 секунды уже просрал. А, тут поворот отвратительный. Понятно, надо запомнить. Лучше по встречке ехать. Да чтоб тебя. Так, только не в дерево. Да ну. Так, вроде выправился. Хорош. Спасибо, мужик на розовом Форде. А теперь пошел в жопу. Мне надо нагнать этого ублюдка. На Хонде. Как тебе
это столб, а? Не понравилось, да? Мне тоже. Ускорение, блин. Максимальное, мать вашу, ускорение. Я уже теряю контроль. Тупо контроль теряю, скорость большая. Эш, зараза. Давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Ух. Давай, давай, только в столб не врежься. Хорош. Фу, нормально, я еще оторвался на 9 секунд аж. Почти на 9 секунд, я уж думал совсем конец. Фу, вот это драйв. Блин, аж руки дрожат. Так, тебе пресс, аппликация, 5 зинг. Следующий этап. Давайте, давайте следующий этап. Ну его нафиг. В сраку эти аппликации. О, да-да. Asian Dub Foundations. Давай, погнали. У меня правая рука как раз и дрожит все еще от предыдущего напряженного этапа. Так, спасибо за разбросанный мусор. Come on! Get back! Да-да, по встречке гоните. Или там получше. Походу получше. Черт побери! Затяжной поворот. Придется сбросить скорость. А мать вашу, блин, какой же тут ад! Вообще не влип, меня протаранили, не смог влипнуть. Слышь, нормально этот парень после того, как вмазался в машину. Ага, это ж адская трасса. Да я фиг его знает, мне главное последним не приехать. Ага, мост. Подвиньтесь, Honda. Погнали, воздушный полет и нормально. Впереди никого нету. Так. Да ну нафиг по встречке ехать. Ага, до свидания. Главное не вмазаться, тогда скорость сильно не потеряем. Зараза. Сука! Какой же ад, ребята, реально. Просто ад. Тормози. Так, и встречка, да? Не, еще нет. Блин, трасса вообще адовая. А, тут вот хрен я с два. Черт побери, да чё ж такой ад тут?
И самое главное, я-то выигрываю всего лишь пару доли секунд. Меня там один ублюдок преследует. Супер. Так я выстоял, хорош. Походу мужик не доставит посылку. Так, походу мы двое остались. Ну как двое остались? Так, 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 хорош, хорош. А-а-а, слишком сильно вправо взял. Ага, двое, вон нагоняет третий ублюдок. Так, мне главное последним не приехать. И второе место сгодится. Ну, вообще первое только. На второй тоже сгодится. Блин. И краску поцарапал. Точнее, краску сорвал. Ну, почему этот сраный джип? Они сверху меня обгоняют. Вот черт. Просто газуй, газуй. Контроль, 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 контроль. Черт, как же тут хреново, тут на каждой кочке подскакиваешь. Давай, 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 давай. Много скорости потерял. Давай, детка. Твоя скорость. Я верю в твою скорость и ускорение. Твой. Хорошо. Ох, какие же, блин, потные гонки. Фу, 0.56. Фу. Да, второе место бы мне бы спасло. Да. Какое же безумие. Эти трассы. Поздравляем, тебе доступна новая опция тюнинг. Снижение массы, подвеска и азот. Ну да. Приз кольцевая трасса стадион. Не-не, никаких повторов. Не-не-не-не-не. Сразу и сохранимся, ну его нафиг. Тут после такой-то трассы тяну его. Так, где там уменьшение веса? Вот, да, снижение. Пора немного облегчить твою машину. Да, забрать кирпичи из багажника, которые я наложил после этой трассы. О, ускорение управления. Спарко. А, стоп, тут два спарка. А смысл? Фирменный набор 1-2. Я вот это не могу понять. Смысл от этих наборов какой? И у все спарка. Демонтаж задних сидений, демонтаж отделки салона, демонтаж запасного колеса. Демонтаж запасного колеса. Хорош. Здесь можно улучшить подвеску. Она влияет на управляемость машины. А, видите, такой хопа, а потом оп, и приседаешь. Ну, точнее, видите, немного машина... Так, не спит. Вот третья. Keep America. Спортивные пружины и амортизаторы. А распорка передних стоек. Распорка. Так, и зазот. Восстановление заводской комплектации. С ее помощью можно ненадолго, но существенно повысить. Ну да, да. Nitro Express. Да, Nitro Express поставим. Управление, скорость, скорость. Подвеска, снижение. Вот ускорение, управление, потом скорость важно. А ну-ка тут... А, нельзя еще.
You scare. Так, кузов еще недоступно. Печалька. Эй, Акиро. Да, блин, крутой музон. Надеюсь, после этого меня не заблочит правообладатель всякий. Тюремный рок. Заезд на время. А, ну его нафиг, на время. Да. Такой байду может купить. Поверь мне, тебе это не упало. Эй, у меня есть то, что... Ну что же? Кока-кола? Короче, ты же в курсе? Не все можно купить за деньги. Я единственная, кто сможет... В каком плане? Эй, парень. Саманта. Тебе повезло, что я оказалась рядом. У меня есть кое-что полезное для тебя. Выиграй эту гонку. Окей, доберешься за 2.32 до городской тюрьмы. Это недалеко. На другом конце тоннеля Ньютона, окей. Высокий, конечно же, уровень берем. А у меня еще азот есть на пробел. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. Полсекунды. О! Не полсекунды, чуть больше. 59 сотых секунды. Блин, реально, руки уже дрожат от напряжения. Фото твоей машины напечатано в Outpress. Отлично, Саманта предлагает тебе один из трех капотов на выбор. Ты отнапрягся, блин, пятый заход идеально подошел, блин, а тут мне предлагает улучшение, черт побери, машины в виде чертового капота. Для получения приза вернитесь на экран соревнований. Капот. Это особенно. Блин, особенно.
Тебе просто не продадут, понимаешь? Да, я понимаю. Спасибо, J-Force. Вот это мне неплохо. Как его... Сука, забыл, как оно. Не хром, а этот... Углепластик или как-то там еще. А, вот это тоже неплохо. Блин, что лучше? Speed CF или Formula Style F? И самое главное, вроде оно не стиль не повышает и ничего не повышает. Просто так. Блин, не, это не очень мне нравится. Вот это вот неплохое. Вот это вот GeForce. Давайте этот. Мне этот нравится. Установлены всех технические усовершенствования первого уровня. Зашибись. В смысле нельзя сейчас повертеть? Да чтоб вас. Нет, ну надо же. Ты на обложке? Не я, автомобиль. Черт, что за перевод? Ты. При этом показывают мою машину. Я точно не играю в этот, как оно, в тачки от этих Пиксара. Блин, этот реально драйв. Не знаю, как там вот эти вот Unbound, Need for Speed, Бразилия, вот эти там чуху-чуху-пам-пам-пам-пам. Но тут адский ад. Да, больше тут улучшения нет. Уровень 2. А сейчас за уровень 2 надо будет воевать. Да, пока что нет. Значит, улучшений пока что нет. Ага, началось. Давайте драг-рейсинг. Эти придурки считают, что 6 цилиндров гарантия победы. Ну-ну. Блин, а сколько у меня там цилиндров? Надо будет глянуть в интернете. В телефоне. Так, да ладно, потом гляну. Потом гляну, сколько там у меня цилиндров. А то 8 у меня еще меньше, чем... Нет, там 6. Так, драг рейсинг, ребята, драг рейсинг. Так, да не, нереально. Смотрите, как он там мансует. А, меня еще тут обгоняют. Это просто шикарно. Блин. Третье место. Так, продолжить, окей. Так, ребята, на драг-рейсинге у меня все очень плохо. Всех сделаю. Ладно, увидимся на финише. Хосе, я после драг-рейсинга очень зол, и я тебя уделаю сразу же на первом же круге. Хосе только что полностью перебрал и форсировал свой движок, только ведь ему это не поможет, верно? Конечно же верно, я его сейчас разделаю, блин. Хотел бы сказать под орех, но под сливочное масло, черт побери. Ребята, блин, какой же пипец. На одни и те же самые грабли наступил дважды. Да-да, там. Бейте с бамперами, а я поехал дальше. Какая же тут жесть. Так, драйвовая музыка мне исправит ситуацию. Хорош. Блин. Да ты гнида.
это вы сотрите. Да-да-да. А у меня азот тоже есть. Опять же, шублюдки. Хасер, глотай мою пыль. Но со второй попытки прошу. Азот зарешал. Да. Тебя ждет приз аппликации полосы. Ага, поздравляю, тебя ждет приз кольцо. А тюнинг какой-нибудь, чтобы я в драг рейсинге победил. Опа. Посмотри на себя, чувак. У тебя нет ни опыта, ни команды. Да и сам ты похож на придурка. Это еще? Хотел мне что-то показать? Мужик, расслабься, я тебе вообще ничего не хотел показать. Ты вообще кто такой? Какой-то чувак вылез и такой: ты гнида, урод. И все в этом духе. Просто из ниоткуда. Так. А, рейтинг, типа я в рейтинг. Ага, хрен с два, я в рейтинг попал. А, ну понятно почему. Он злой, гонщик злой, Спарк. Лазанья. Лазьо. Ярус. Рика, Эдди, Несто, Танака, Курт, Хосе. А, ну тут я только что Хосе развалил. А, тут вот несколько рейтингов. Так я только что Хосе развалил. Так. Ага, угу. Дрифт добавился. Или пан, или пропан-бутан. Неплохо, братишка, но тебе еще есть чему поучиться. Тобой заинтересовались ребята из Modified Mac. Они обещают тебе пушку, если ты победишь в этой гонке. Отлично, заяви о себе, заняв 10-ю строчку в рейтинге кольцевого гонщика. Окей, изи. Мне как раз на этот, на... Как он называется? На Drag Racing нужно апдейт. Все, последний заезд. Ну и в сроку этого Хосе. Хосе Массе. 0,05 секунды, блин. Ну, сраный грузовик. Напряжение лидировал всю гонку. И под конец, нате, блин. Натика выпусти. Выкусил этот шлагбаум. Блин, напряжение адское. Надеюсь, Хосе выкусил там. На-ка, выкусика. Кусешка, блин. Хосе там уже, блин, меня сзади пристроился. Так, пошел в жопу, Хосе.
поворот сраный. Давай, Лансер, давай! Ты скорость! Ты, блин, черт побери, сраный этот Доминик! Блин, на бордюр влехал. Давай, давай, Лансер. Мы сможем. Давай, 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 детка. Вперед, вперед. Блин, он прям дышит в спину. Вперед, хорош. Одолел таки. Тебя признали. Ну, класс. Ты уж точно прославишься. Однозначно. 300, блин. Приз, кольцо. Ты выиграл гонку, фото твоего автомобиля напечатано обложки Modifying Mac. 10 место занял. Давайте мой приз, обложку мне эту сраную. Ты на обложке Modifying Mac. Ты на обложке. У меня просто нет слов. У нее просто нет слов. Я потекла. Парень, ты просто невероятный. Кто этот гонщик? Кто ворвался в этот в топ-10? Кто этот мужик за рулем? Комедия, все, хватит. Адреналина слишком много в крови. Руки дрожат, все, пора заканчивать на этом. Все, никакого, блин, ускорения, без никаких азотов. Это было невероятно. Все, спасибо за просмотр. До следующего вечера, блин, гонок. Все, пока.